Мария, пожалуйста, пару слов по горячим следам. Как оцените игру сегодня? Ожидала на лучший результат. На девчонки старались, я старалась им помочь. Получилось, что получилось. А чего у них не хватило в игре сегодня? Я думаю, что мастерства, скорости, потому что в команде противника были известные мне девчонки уже с опытом игры в более высших лигах. Им повезло больше, опять-таки. Ну, у вас тоже сегодня такой игрок был? Да, спасибо Диане, она помогала. В целом, за счет чего можно было бы дать другой результат в игре с таким сложным соперником? Может быть, если бы девчонки были более быстрее и более тактическая игра была. Вот. Больше думали, больше смотрели. Потому что много своих ошибок, которые приводили к не очень счастливым результатам. Как ощущение от еще одного титула лучшего игрока матча? Очень приятно, не ожидала. Ну, иду сюда не за этим, просто стараюсь помочь девочкам, чем могу, а там уже как получается. В целом, уровень лиги, как вот по организации, по игре? По организации, наверное, это на моей памяти одна из лучших лиг, которые вообще были в моей жизни. По поводу уровня игры, девчонки-любители в основном, да, которые только учатся, они большие молодцы. Есть в каждой команде, насколько я знаю, девочки, уже поигравшие с опытом, либо спортшкольники, они, конечно, задают игре, наверное, такой более игровой тон, скорость, маневренность, где-то резкость. Это хорошо. То есть, наверное, девочки, которые только учатся, они стараются за ними подтягиваться. Вот. Но, как мы видим, забивают, в принципе, плюс-минус одни и те же игроки. Ну, что, наверное, может быть, тоже это... Не знаю, хорошо ли это, плохо, но это есть. Ну, как вратарю, кто больше проблем доставляет из вымпела? Важное уточнение. Сегодня это была Аня Тимофеева, Таня Люшина. С этими девчонками я играла, играю с Аней. В принципе, их знаю. Ну и, соответственно, они выделялись на поле. Арина Кускова, насколько я знаю, тоже неплохой игрок. Отлично. И традиционный вопрос, почему болельщикам стоило бы уделять больше внимания женскому хоккею? Потому что женский хоккей может подарить массу эмоций и впечатлений, а также это очень полезно для здоровья и спорта, поскольку здесь тренируются не только физические качества, но и умственные. Потому что девчонки учатся смотреть на поле, принимать решения быстро, выбирать оптимальные решения из множества вариантов. Приглашаем болельщиков на следующие матчи. Да, очень ждем. Отлично, огромное спасибо и удачи в следующих играх. Спасибо.